Вот это приятный сюрприз. Всем здравствуйте, ассалам алейкум. Алейкум салам. Дмитрий, представьтесь для тех, кто вас не знает. Меня зовут Дмитрий Поляков, я из города Ташкента, с Узбекистана. Всем еще раз привет. Дмитрий, почему вы решили участвовать во втором сезоне? Ну, вы, наверное, по мне видите, я получаю удовольствие, даже вот когда я там ожидал все, поэтому я за этим удовольствием приехал еще раз и постараюсь им поделиться с вами сегодня. Хорошо. Так что заряжайтесь, мы сейчас будем. Чем вы удивите нас на этот раз? Сегодня мы попробуем сделать так, чтобы все ощутили этот момент в зале, даже, возможно, в здании, и немножко, ну, немножко ощутили какую-то тревогу. Ну, спасибо, что... Спасибо, что предупредили. Мы желаем вам удачи. Спасибо большое. Хорошо. Ну, тогда начинаем. Поехали. Мне для этого понадобится... вы хотели поаплодировать? Классно, это было бы супер. Они это умеют делать, супер. Все, мы начинаем, поехали. Это уже распиленная. Да, она иногда работает у нас на полставки, после того, как мы ее распилили. Все нормально, бывает и такое. Мы ее отправим. Мужчины, важное правило, не смотрим туда, смотрим на меня, все нормально. Итак, друзья, все, я спускаюсь к вам, вы готовы? Вы, наверное, заметили, что я вышел сюда с этой бомбой. 6 настоящих петард, динамит. Смотрите, как-то. Здесь таймер. Здесь таймер, поэтому мы быстро будем делать. Серик, начнем с вас, вы готовы? Смотрите, есть 5 конвертов, возможно, я успею даже что-то вам подарить. Здесь кое-что написано, поэтому любое число выбирайте, любое, совершенно любое, Двойка. Любое число. Двойка, давай. Да нет, действительно, любое число, это 5. Будет прям. 5? Да. Серик, все, вы соглашаетесь? Да. Мы выбираем, все, 5. Как вы думаете, что здесь? Быстро, быстро, быстро. Моя любимая цифра. Мы здесь попробуем. Цвет провода, я просто, нет, я открываю, это подарок, который я вам дарю. Все. Обнять. Спасибо. Все равно, давайте обнимем, все равно никто не узнает, если она взорвется, правильно? Никто не узнает. Серик, да, обнимите, ну, я бы это вот так воздушно сделал. Вы могли выбрать любое число, выбрали именно это. Вы молодец, кстати, из всех чисел. Ну, слушай, ну, это же хорошо, да, когда человек... Окей, попробуем с вами. Смотрите, загадайте любую страну. Казахстан. Казахстан. Все, Казахстан. Ситора, назовите любую знаменитость, которая пришла вам в голову. Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес. А теперь еще интересней. У нас есть таймер, он тикает. Посмотрите на часы. Я вижу уже. Мне уже очень... Да, 0,1,50. 0,1,50? 49 секунд? То есть 49 секунд, и мы взлетим на воздух? Минута и 45. А, минута 45, тогда есть время. Эрбулат, я хочу, чтобы вы выбрали сейчас... любой цвет провода. Смотрите, мы сейчас выбрали с Эриком число, он выбрал 5. Вы выбрали Казахстан. Ситора выбрала Дженнифер Лопес. Если все ваши решения сегодня будут правильными, то мы даже посмотрим, что внутри этого сундука. Итак, если вы готовы, Эрбулат, выбирайте любой провод. Только сразу скажу, если будет неправильный, то все, мы попрощаемся. Я буду последним участником на сегодня. И мы последним. Да, любой. Синий, любой. Красный, белый, зеленый. Пусть это будет... Чики-брики, пальчик-выки. Не... Это будет случайный выбор. Давай быстрее. Давай быстрее. Быстрее, таймер тикает, я не хочу умирать, поэтому... Красный, синий. Красный. Красный. Да. У тебя баллы красные. Синий. Давай красный. Нет, ладно. Казахстан красный, синий, да? Хорошо. Синий. Зеленый, давай. Любой, любой, любой. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай зеленый. Все, зеленый провод. Все, режем. Сколько там на часах осталось? 50 секунд. Все, зеленый, режем, все. Секунду. Ситора, вы не сможете сами, я то переживаю, у вас еще... Дима! Все, вы слышите, что-то там, все, о, все, разминировали, секунду, 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 что там, остановилось время, остановилось, 37 секунд, остановилось, а теперь самое интересное, вы выбрали 5. Да. Вы выбрали Дженнифер Лопес, да. Вы выбрали Казахстан, да. И сказали, что это все случайный выбор, вы выбрали именно зеленый цвет. Бомба не взорвалась сегодня, да. Бомба не взорвалась, все хорошо, но я хочу, чтобы сейчас... Мы все-таки посмотрели, что внутри этого ящика, чтобы всем было видно, вы готовы. Если бы бомба взорвалась, то никто бы из вас не узнал, что сегодня все ваши решения были правильными. Потому что я с самого начала знал все, что вы будете говорить. И первое, что я написал и положил в этот ящик, это число, которое назвал Серик, это число 5. Вау. Но... Возможно, я договорился с ним, правильно? Это же подставной мог быть жюри, но дальше сложнее. Страна, Казахстан. Ну как, я знал, я же знал, куда я еду. Казахстан.
кто? Вы помните знаменитость? Представьте, что она здесь где-то. Это Дженнифер. Лопес. Удивлены? Сейчас добивочку сделаем. Вы могли выбрать любой провод, и от этого зависела судьба вообще всего проекта. Потому что, ну, я честно боюсь этой штуки. Вы выбрали зеленый, и благодаря вашему выбору зеленый провод. Сегодня сохранил всем жизнь. Спасибо большое. Мощно. Красавчик. Блин, не ожидал, честно. Реально испугался? Вот Ербулат на самом деле испугался, а я удивилась. Шикарное выступление. А секреты иллюзии я тебе расскажу за кулисами. А, то есть ты о чем-то все-таки догадалась, да? Ну что ж, Дмитрий, я могу сказать, что два последних года не прошли даром. Я очень рад, что ты, уже будучи авторитетным совершенно иллюзионистом, еще и с историей в нашем проекте, пришел к нам и при этом выложился на 100%. Спасибо тебе большое за это. Спасибо вам. Спасибо. Пришла пора выносить вердикт. Ербулат? Скажу, да. Спасибо. Зитора? Да. Спасибо. Спасибо. А как зовут половину ассистентки? Я вот забыл, просто распиливаю часто, надо там, подбирать всегда приходится. И вот... Хорошо. Дим, ну конечно я говорю да, у тебя три да. Ты проходишь следующий тур. Спасибо. 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 А я знаю, как это все делается. Ну почему я это все знаю? Ну почему? А что ты тогда не говоришь нет? Ну он шикарный номер показал. А если неправильно мы выбрали бы провод?